Под автомобильной эстакадой в районе Волочаевского городка местные жители стали свидетелями того, как неизвестный среди бела дня избавился от тела мужчины, выбросив его из своей машины на обочину. Оттащив труп на несколько метров, водитель поспешил уехать, не привлекая к себе внимания. Это была белая иномарка. У полицейских есть кое-какие сведения, которые помогут в ее розыске. Личность умершего установили без труда. В кармане куртки нашелся военный билет. Это 24-летний молодой человек. Хоть и выглядело случившееся как финал какой-то криминальной истории, эксперт, осмотревший тело, следов насильственной смерти у погибшего не нашел. Рабочая версия оперативников – гибель мужчины от передозировки наркотика. Предполагается, что приятели приехали на одну из тупиковых улиц в этом районе, чтобы употребить дурманящее вещество. Один из них свидание с альтернативным сознанием не перенес. А водитель, обнаружив, что пассажир не подает признаков жизни, решил не пытаться спасти его. Вызов скорой помощи обернулся бы лишними свидетелями, поэтому наркоман не придумал ничего лучше, как вывалить тело и уехать прочь. Насколько верна эта картина, покажут результаты лабораторного исследования тела. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.